Добрый день. Тема сегодняшней лекции – теория менеджмента, его развитие на современном этапе. В данной лекции мы остановимся на тех теориях, которые внесли наибольший вклад в современную концепцию менеджмента сестринского дела и, по сути, составляют основу успешного управления сестринским персоналом. История менеджмента интересна и увлекательна. Она содержит поучительные примеры, описывает взлеты и падения различных известных компаний. И все это можно применить к процессам управления сестринским коллективом. Менеджмент как научная дисциплина интересен тем, что за период своего развития прошел несколько этапов эволюционного развития. Каждый этап представлял особую научную школу. Сменяя друг друга, эти школы не конкурировали между собой, а дополняли теорию и практику менеджмента. В результате сложился современный динамичный менеджмент, в котором используются принципы, методы и инструментарий, формировавшиеся в течение всего 20 и начале 21 века. Давайте начнем знакомство с достижениями школы научного управления. Зарождение менеджмента как науки произошло в конце 19 века. В это время теория и практика менеджмента развивались под воздействием происходящих изменений в мировой экономической системе, постоянного совершенствования рациональности производства и необходимости учета меняющихся социально-общественных факторов. Создатели школы научного управления исходили из того, что, используя наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать большинство операций ручного труда, добиться более эффективного их выполнения. В результате они сначала исследуют содержание самого труда и его основных элементов, и лишь затем приходят к выводу о том, что управление – это особая специальность, а наука о нем – самостоятельная дисциплина. Повышение производительности труда можно достигнуть, как считали представители этой школы, тремя основными способами. Первый – изучение самого содержания труда, его режима, условия, операции, рационализации рабочих движений. Уже одно это привело к резкому повышению производительности элементарного ручного труда и сокращению административных расходов на производство. Второй принцип – введение контроля за коллективным индивидуальным трудом на базе системы стимулирования и регламентации трудового процесса. И третий принцип – определение оптимальной системы управления предприятия в целом, системы, которая могла бы обеспечить наивысшие результаты работы этой организации. Обратите внимание, насколько эти способы остаются современными и сегодня. Важной чертой школы научного управления является поиск наиболее продуктивного использования человеческих и материальных ресурсов с целью повышения производительности труда работников. Тогда преобладало механистическое понимание человека, его места в организации и сущности его деятельности. К важному вкладу этой школы в теорию менеджмента можно отнести следующие позиции. Во-первых, это использование научного анализа для изучения трудового процесса и определения лучших способов выполнения задачи. Второе – это отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения задач и обеспечения их обучения. Третье – это обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения поставленных задач. Также это важность справедливого материального стимулирования работников для повышения производительности. И, конечно, отделение планирования и организационной деятельности от самой работы. К недостаткам данной теории можно отнести следующее. Во-первых, то, что учения школы научного управления базировались на механистическом понимании человека, его места в организации и сущности его деятельности. В работнике Тейлор, например, и его последователи видели только исполнителя простых операций и средства достижения цели. Они не признавали разногласий, противоречий, конфликтов между людьми. В учении рассматривались и учитывались только материальные потребности рабочих. Так Тейлор склонен был относиться к рабочим как к необразованным людям, игнорировал их идеи и предложения. Фредерик Тейлор – американский инженер, изобретатель, основатель общества содействия научному менеджменту. Его книга «Принципы научного управления», вышедшая в 1911 году, традиционно считается началом признания управления наукой и самостоятельной областью исследования.
В основу своей системы Тейлор заложил 4 научных принципа. Первый. Создание научного фундамента, заменяющего старые сугубо практические методы работы. Тейлор отмечает, что на практике руководители обычно не знают, какой объем работы может выполнить рабочий при оптимальных условиях. С другой стороны, рабочие сами с трудом представляют себе, что от них ожидается. Достигнуть соответствия между требованиями руководителей и ожиданиями работников можно путем научного исследования элементов трудового процесса. Если работник выполняет научно обоснованный объем работы, он вправе получать и более высокое материальное вознаграждение за свой труд. Второй принцип касается отбора и обучения работников. Чтобы убедиться, что работник соответствует по своим профессиональным качествам научно обоснованным нормам, необходимо проводить отбор с помощью разработанных для этого критериев. Тейлор считал, что проведение подобного отбора позволит работникам стать первоклассными специалистами в определенном виде работ и таким образом повышать собственные доходы, не сокращая при этом доходы других. Тейлор придерживался достаточно необычного для своего времени подхода к отбору и обучению, считая, что лучше выучить и создать знающего человека, чем охотиться за работником, которого выучил кто-то другой. Администрация должна заботиться о наличии одного или нескольких учителей для обучения каждого рабочего новым и упрощенным движениям в работе, а наиболее медлительные рабочие должны подвергаться непрерывному наблюдению и пользоваться всякой возможной помощью, пока не достигнут надлежащей скорости в производстве работы. Третий принцип касается сотрудничества между администрацией и рабочими в деле практического внедрения элементов научного управления. Процесс взаимодействия между руководителем и подчиненным ему работником Тейлор рассматривал как своеобразную революцию в умах, новое видение контекста трудовой деятельности. Двум сторонам, участвующим в трудовом процессе, надо не делить ограниченный по размерам пирог на части, а сосредоточить свое внимание на увеличении его общих размеров. Четвертый принцип затрагивает распределение ответственности между руководителями и работниками. Руководители обязаны давать работникам научно обоснованное трудовое задание и осуществлять непрерывный контроль за его выполнением. Работники обязаны выполнять порученное задание, используя только научно обоснованные методы работы. В случае его перевыполнения должно быть предусмотрено дополнительное материальное вознаграждение. Разработанные Тейлором принципы рациональной организации труда основаны на идее разделения, специализации и стандартизации исполнительского и управленческого труда. Эти принципы предполагают следующие направления работ, они перечислены на данном слайде. Я остановлюсь только на подходе Тейлора к отбору наиболее подходящих работников. Так, Тейлор выделял 3 основных критерия, по которым он отбирал нужных ему людей. Кроме выносливости и сообразительности, то есть способности понимать простые приказы начальника, он выбирал людей с высокой денежной мотивацией, как говорил сам Тейлор, жадных до денег. Тейлор полагал, что не техника и экономика, а именно управление людьми, является основным фактором, влияющим на повышение эффективности производства. При этом он выдвигал 2 программы – достигающего рабочего и достигающего руководителя. Программа достигающего руководителя охватывает широкий круг вопросов подготовки персонала. В то время проблему подбора квалифицированных руководителей решали довольно примитивном уровне – путем переманивания их с других предприятий, а основной подход к управлению людьми сводился к тому, что если найдется подходящий человек, то методы управления могут быть представлены всецело на его усмотрение. Тейлор же утверждал, что главное не личность, а система. По его убеждению, средние по своим способностям, но хорошо организованные работники могут добиться с помощью кооперации результатов, превосходящих результаты выдающейся личности. При этом принцип «система вместо личности» не препятствует, а способствует выработке первоклассных деятелей, причем в более сжатые сроки. Легче подобрать и обучить несколько человек, каждый из которых, обладая 1-2 способностями, выполнял бы 1-2 функции, чем найти и обучить человека, обладающего всеми качествами и выполняющего широкий круг обязанностей. По Тейлору,
Руководитель должен идти на повышение лишь после того, как подготовит себе замену. Тоже можно сказать и о требовании изучать все лучшие качества работников с целью их последующего развития. Таким образом, программа достигающего руководителя в системе Тейлора носила комплексный характер. Целью административной школы управления было создание универсальных принципов управления, следование которым, несомненно, должно было привести организацию к успеху. Эти принципы были связаны с двумя аспектами – разработкой рациональной системы управления организацией и исследованием эффективности организации как целого. Учитывались принципы рационального управления организацией, функции управления, структуры системы управления. Наибольшей популярностью среди создателей данной школы пользуется Анри Файоль, французский горный инженер, теоретик и практик менеджмента. Его же считают основателем административной классической школы управления. В течение 30 лет он возглавлял крупную горно-металлургическую компанию во Франции. Приняв ее в крайне неблагополучном экономическом состоянии, фактически на грани банкротства, Файоль вывел фирму в число самых могучих и процветающих предприятий. Анри Файоль разделил операции, которые имеют место на предприятиях, на 6 групп. Первая группа – технические операции, это производство, изготовление самого продукта. А вторая группа – коммерческие, это покупка, продажа, финансовые, привлечение капитала, страховые, защита имущества, учетные, расходы, доходы, ведение статистики и административные. Вот именно эти административные операции Файоль определил как основные функции менеджмента, представляющие собой самостоятельные направления, но в то же время связанные со всеми другими направлениями процесса управления. Предвидение – один из компонентов процесса управления, в ходе которого формулируются цели, создаются образцы и эталоны, составляющие основу управленческого контура в организации. При этом важно, чтобы не только планировались общие цели, но и обозначались этапы их достижения, обосновывались ресурсные возможности для достижения целей и обеспечения выполнения нормативов. Планирование основано на соединении целей организации и ее подразделений со средствами для их достижения. Вместе с тем, планирование косвенно является инструментом контроля, так как оно не только устанавливает цели, нормативы и эталоны деятельности, но и определяет границы отклонения от норм, нарушение которых обуславливает принятие координирующих решений. Основой этого процесса является разработка формального плана действий, который Файоль описывал следующим образом. Это своеобразный образ будущего, где ближайшие события рисуются определеннее, чем отдаленные, позволяющие предопределять действия, совершаемые в течение определенного периода времени. Такой план должен основываться на ресурсах организации, типе и значении совершаемой работы и возможных будущих тенденциях. Файоль считал разработку плана работы одной из труднейших и важнейших задач, стоящих перед руководством, в решении которой должна принимать активное участие вся организация. Идеальный план работ должен сочетать в себе целостность, то есть общий план должен поддерживаться частными планами отдельных организационных структур. Непрерывность. Планируемые действия должны рассматриваться как элементы непрерывного плана развития. Гибкость. Возможность учета непредвиденных обстоятельств. И, наконец, точность. Он должен быть по возможности максимально точным. Принципам планирования Файоля соответствовала и его теория прогнозирования, требовавшая подготовки однодневных, недельных, месячных, годичных, 5- и 10-летних прогнозов, которые должны были корректироваться с учетом реально существующих обстоятельств. Организация – функция органа управления организацией, сущностью которой является создание самой управленческой структуры организации, то есть обеспечение необходимого уровня формализации, привлечение в организацию ресурсов и формирование условий, необходимых для ее формальной работы, а именно формирование системы отношений власти и подчинения, исключающей двойное подчинение и имеющей приемлемые нормы управляемости, обеспечение руководителей всех уровней требуемыми прерогативами и ресурсами власти, определение системы санкций за нарушение норм организации, выработка ролевых требований для каждого члена организации и границ каждой роли, обеспечение условий и ресурсов для выполнения ролевых функций каждым членом организации.
Распорядительство или мотивация имеет целью добиться от работника оптимальной отдачи в интересах всего предприятия. Успех управления зависит от сочетания личных качеств и знания общих принципов управления. Вот какие советы давал Файоль руководителям. Старайтесь лучше узнать своих подчиненных, боритесь с некомпетентностью, входите во все детали соглашений, заключаемых компанией и сотрудниками, подавайте хороший пример, проводите периодические проверки организаций и используйте итоговые диаграммы для их продолжения. Проводите вместе с ведущими сотрудниками совещания, призванные задать направление развития и основные приоритеты компании. Не увлекайтесь деталями. Стремитесь к установлению в коллективе такой атмосферы, которая стимулировала бы единение, энергию, инициативу и лояльность работников. Координирование – одна из основных функций управления, суть которой в распределении ответственности, обеспечении оптимальной гармонизации различных видов деятельности организации. Используя различные формы власти, руководитель должен скоординировать, кто, когда и как будет выполнять порученное задание. Координирование призвано сбалансировать различные аспекты деятельности организации так, чтобы соблюдалась, например, пропорциональность расходов и доходов, сбыта и производства, закупок оборудования и производственных нужд, запасов товаров и потребления. Файоль предлагал проводить для этого еженедельные совещания руководителей отдела. Контроль призван обеспечить соответствие всего происходящего в организации принятому плану, принципам и действующим инструкциям. В таком контексте целью контроля становится нахождение слабых сторон и ошибок, позволяющее исправлять и предотвращать их. Контроль стимулирует процесс обратной связи, благодаря наличию которого организация адаптируется к изменяющимся обстоятельствам и постоянно обновляется. Согласно Файолю, осуществлять контроль должны не только руководство. Он считал, что этим должны заниматься беспристрастные контролеры, не связанные с отношениями подчинения с контролируемыми работниками. Контроль – конечный итог всей управленческой деятельности. Основными моментами осуществления контроля являются следующие. Это выбор способа контроля. Например, руководитель может изначально выбрать жесткие способы контроля выполнения заданий или, наоборот, предоставить подчиненным реализацию функций контроля. Выбор масштаба контроля или частоты и силы вмешательства руководителя в процесс изготовления продукта. Выбор места положительного или отрицательного стимулирования для достижения наименьшего отклонения от плановых норм. Основное наследие Анри Файоля заключается в том, что он разработал общий подход к анализу деятельности администрации и сформулировал некоторые строго обязательные принципы управления. Согласно Файолю, разделение и специализация труда – естественный способ произвести больше продукции с лучшими качественными характеристиками, прилагая те же усилия. Посредством специализации сокращается количество объектов, на которые должны быть направлены внимание и усилия работников. Как отмечал Файоль, специализация рассматривается как лучшее средство использования индивидов и групп людей. Единство цели и руководство. Согласно этому принципу, деятельность, преследующая одну и ту же цель, должна организовываться одним руководителем в соответствии с единым планом. Лишь при таких условиях возможно обеспечить координацию и концентрацию усилий. Принцип соотношения централизации и децентрализации связан с увеличением объема власти руководителя, что позволяет говорить о той или иной степени централизации и децентрализации. Принцип утверждает, что для каждой ситуации существует оптимальный баланс между централизацией и децентрализацией, и что этот баланс нельзя определить без учета способности руководителя, который координирует деятельность департамента в отделе. По мнению Файоля, все, что направлено на повышение значения и роли подчиненных, это децентрализация, а что направлено на их снижение – это централизация. Принцип власти и ответственности утверждает, что должна существовать связь между ответственностью руководителя и той властью, которую он наделен. Желательная власть состоит в равенстве этих двух факторов. Оценить эту связь, особенно при исследовании задач руководителей высшего уровня, весьма сложно. Суть дела в том, что поскольку ответственность передана руководителю, то ему должны быть даны и права отдавать приказы, и власть требовать послушания. Естественный результат применения предыдущих четырех принципов – это создание соподчиненной цепи руководителей от высших звеньев управления до низших уровней.
Цепь – это путь для вертикальных связей в организации. Соответственно, все связи от низшего уровня должны пройти через каждого руководителя в цепи команд, а связи, идущие сверху, должны пройти через каждую подчиненную единицу, прежде чем они достигнут соответствующего уровня. Справедливость руководителей рассматривается как основной фактор побуждения наемных работников к добросовестному выполнению своих задач. Принцип справедливости отражен в справедливом вознаграждении. Этот принцип гласит, что оплата труда и оклад должны соответствовать объему и качеству выполненной работы. Принцип дисциплины относится к практике заключения стабильных соглашений между производственной организацией и ее наемными работниками. При этом должно предусматриваться применение санкций в случае невыполнения соглашений. Применение санкций должно осуществляться в соответствии с принципом справедливости и подчинения личных интересов общим. Это означает, что в конфликтных ситуациях общие интересы должны превалировать над интересами индивидуума. Говоря о вознаграждении, Файоль имел в виду, что стимулирование труда зависит от многих факторов. Но цель должна быть одна – обеспечить максимально возможное удовлетворение интересов сотрудников и работодателей. Согласно принципу единства команд, руководитель никогда не должен демонстрировать превосходство при общении с подчиненными или нарушать цепь команд. Считается, что любой исполнитель должен подчиняться только одному начальнику. Такая связь и взаимодействие учитываются при формировании организационных структур. Подчинение главному интересу означает, что интересы одного работника или группы работников не должны преобладать над интересами организации большего масштаба вплоть до интересов государства в целом. Порядок означает рабочее место для каждого работника и каждый работник на своем месте. Высокая текучесть кадров является причиной и следствием плохого состояния дел. Посредственный руководитель, который дорожит своим местом, безусловно, предпочтительнее, чем выдающийся талантливый менеджер, который быстро уходит и не держится за свое место. Инициатива – это разработка плана и успешная его реализация. Свобода предложений и осуществления также относятся к категории инициативы. Гармония, единение персонала – большая сила в организации. В этом суть принципа единения персонала или, как здесь сказано, корпоративного духа. Классической теории управления близко примыкает теория идеального типа административной организации, названная ее автором, немецким социологом Максом Вебером, бюрократии. Согласно Веберу, основу социального порядка в обществе составляют только социально ориентированные и рациональные действия, а задачи членов организации следует считать понимание ими собственных целей и последующую оптимизацию собственной деятельности. Каждое действие работника в организации должно быть рационально с точки зрения как выполнения ими собственной роли, так и достижения общей цели организации. Все нерациональные действия категорически не допускаются. В такой организации нет места ошибкам, конфликтам и неопределенности. Таким образом, рациональность является высшим смыслом и идеалом любого предприятия и учреждения, а идеальная организация характеризуется предельно рациональными технологиями, коммуникациями и управлением. По мнению Вебера, бюрократия исключает личную зависимость, субъективный произвол и бесправие человека. Привилегия здесь заменяется компетентностью. Поклонение и преданность личности руководителя служебной дисциплиной и корпоративным духом. Главным в рациональном устройстве становится не вера в харизму, божественный дар или личная зависимость, а задача организации, которая распределяется среди исполнителей как официальные обязанности. Четкое разделение труда делает возможными специализацию и повышение квалификации служащих. В зависимости от выполнения обязанностей, исполнители аттестуют, продвигают, награждают, депримируют или увольняют. Все поддается расчету и проверяемо. Чиновники конкурируют между собой, а руководство имеет возможность сравнивать их квалификацию и результаты, отбирать самых достойных. Вебер утверждал, что осуществление найма на работу и продвижение в должности и иерархии в соответствии с квалификационными требованиями, обеспечение зарплаты и статуса в зависимости от категории, квалификации и стажа обеспечивает работникам защищенность от произвольных снижений ранга и увольнений, что укрепляет в них преданность организации, формирует солидарность и коллективный дух.
Подумайте только, ведь это все очень похоже на то, что происходит в сегодняшней системе здравоохранения. Ведь каждый главный врач, каждая главная медицинская сестра мечтает о таком порядке. Итак, особенности идеальной бюрократической структуры Макса Вебера следующие. Первое. Разделение труда. Рабочие задачи разбиваются на простые, рутинные и четко определенные задания. Второе. Иерархия власти. Отделы и должности объединяются в иерархическую структуру, в которой работа каждого работника, занимающего низшую должность, управляется и контролируется вышестоящим сотрудником. Третье. Формальный отбор. Все члены организации должны отбираться на основе их квалификации, уровень которой определяется на экзамене или в соответствии с их опытом и подготовкой. Четвертое. Формальные правила и процедуры. Чтобы обеспечить однородность и регулировать действия служащих, менеджеры должны строго соблюдать формальные организационные правила. Пятый. Беспристрастность. Правила должны выполняться, а методы контроля применяться ко всем служащим одинаково, без каких-либо личных предпочтений. И шестое. Ориентированность на карьеру. Менеджеры – это официальные должностные лица, а не владельцы хозяйственных единиц, которыми они управляют. Они получают фиксированную заработную плату и продвигаются вверх по служебной лестнице в пределах своей организации. Действительно, достоинство бюрократической системы управления кадрами заключается в ее точности, четкости, документальном оформлении, постоянстве, унифицированности, строгости отношений подчинения, предотвращении конфликтов, экономии затрат на людские и материальные ресурсы. Вместе с тем, Вебер не учитывает реальные условия деятельности организации и последствия функционирования управленческих структур. В его организации практически не рассматривается гибкость, не учитывается влияние неформальной структуры на отношения между сотрудниками, ни внешнего окружения на организацию. Вследствие этого эффективная по выбору рациональная система управления в сложных ситуациях превращается в нерациональную. Школа человеческих отношений сосредоточила свое внимание на человеке, на том, как он взаимодействует с другими, как реагирует на разного рода ситуации, желая удовлетворить свои потребности. Школа человеческих отношений стремилась построить модели поведения людей, чем она отличается от классической, которая занималась моделями организации. Это научное направление в теории менеджмента и возникло после того, как обнаружилось, что регламентация труда и высокая заработная плата не обязательно приводят к повышению производительности труда, как полагали представители школы научного управления. Значительный вклад в развитие школы человеческих отношений внесли в 40-е и 60-е годы 20-го столетия ученые-бихевиористы, которые разработали теорию мотивации, в частности, иерархическую теорию потребностей Абрахама Маслоу и теорию мотивации, зависящей от удовлетворенности или неудовлетворенности работы Фредерика Герцберга. Элтон Мэйя, основатель школы человеческих отношений, провел так называемый Хоторнский эксперимент, доказавший, что поведение человека в организации и результаты его труда полностью зависят от социальных условий, в которых этот человек находится в организации, а также от отношений, сложившихся между рабочими и между рабочими и менеджерами. Школа человеческих отношений определяет менеджмент как обеспечение выполнения работ при помощи других людей и рекомендовала для управления человеческими отношениями использовать эффективные методы работы непосредственных руководителей, консультации с работниками, предоставление им возможности общения на работе. Представители школы человеческих отношений исследовали процессы управления при помощи методов, разработанных в социологии и психологии. В частности, именно они первыми стали применять тесты и особые формы собеседования при приеме на работу. Политика управления, согласно концепции школы человеческих отношений, предусматривала комплекс мероприятий по удовлетворению важнейших потребностей и нужд членов организации. Это и улучшение условий труда, условий отдыха и восстановления сил, проведение свободного времени, а также в значительной степени способствовала демократизации отношений между руководителями и подчиненными. Она заставила руководителей учитывать личностные качества работников. Одной из самых главных заслуг создателей концепции человеческих отношений можно назвать то, что они отвели неформальной организации или неформальной организационной структуре важную, а иногда решающую роль в организационной деятельности.
Исходными положениями теории человеческих отношений являются следующие. Во-первых, люди мотивируются социальными потребностями и ощущают свою индивидуальность благодаря отношениям с другими людьми. В результате промышленной революции и рационализации процесса сама работа в значительной степени потеряла привлекательность, поэтому удовлетворение человек ищет во взаимоотношениях с другими людьми. Люди более отзывчивы к социальному влиянию группы равных им людей, чем побуждение посредством контроля, исходящего от руководства. Работник откликается на побуждение руководителя, если руководитель рассматривается работником как средство удовлетворения своих потребностей. Данные положения теории человеческих отношений поставили под сомнение ряд позиций административной школы. Например, максимальное разделение труда, которое на практике приводило к обеднению содержания труда, а также координацию посредством иерархии. Они считали, что направление власти только сверху вниз не является эффективным. В связи с этим предлагалась координация посредством комиссии. По-новому они подошли к принципу делегирования полномочий. Они рассматривали его как двусторонний процесс. Так, нижние уровни организации должны делегировать вверх функции администрирования и координации деятельности, а верхние уровни управления должны делегировать вниз право принятия решений в рамках своих производственных функций.
Мэри Паркер Фолетт – одна из основоположников доктрины человеческих отношений. Она призывала к совместной власти, противоположность и единоличной власти. Именно она предвосхитила переход к стилям совместного управления. А Мэри Паркер Фолетт – одна из первых применила приемы психологии и социологии для изучения деятельности промышленного предприятия. Работы Фолетт в целом фокусировались на человеческих отношениях внутри индустриальных групп, изучении соотношения рационалистического и гуманистического в управлении людьми. Принцип группы был сформулирован, чтобы противостоять идеям о том, что люди думают, чувствуют и действуют самостоятельно и независимо. С точки зрения Мэри Паркер Фолетт, группы людей живут как единое целое, а не как отдельные эго. Отдельные личности порождены общественными взаимодействиями. Используя такие выражения, как духовное единение, групповое мышление и коллективная воля, Фолетт искала новое общество, основанное на групповом принципе, а не на индивидуализме. Основной задачей ученой было не разрушение личности, а доказательство того, что только в группе человек может найти свое истинное «я». Следуя групповому принципу, Фолетт сделала вывод о том, что истинное «я» человека – это его «я» в группе, и что у человека не может быть прав отдельно от общества, независимо от общества или против общества. В 20-е годы прошлого столетия Фолетт активно поддерживала представительство работников. Суть представительств состояла в том, что работники избирали представителей цеха или рабочего совета. Представители затем участвовали в принятии управленческих решений. Таким образом, у всех работников появлялась возможность управлять. Фолетт также считала, что руководители должны понимать, предприятие может работать лучше, позволяя рабочим быть партнерами в бизнесе. Цель представительства работников – не разделение власти, а ее увеличение. Представительство рабочих не должно превращаться в борьбу за чьи бы то ни было доходы, но должно стать шагом к интеграции. Проблема контроля занимала значительное место в работах Мэри Паркер Фолетт. Рассматривая организацию в целом, Фолетт делает вывод о том, что менеджер должен контролировать не отдельные элементы, а их сложные взаимосвязи, не людей, а ситуации. Рассматривая проблему контроля на уровне работников, Фолетт считала, что поскольку они не хотят, чтобы за ними кто-то непосредственно наблюдал, контроль не должен быть слишком очевидным для работников. В случае, если были выявлены какие-то нарушения в работе, менеджер, обращая внимание рабочих на их ошибки и поступки, должен, по мнению Фолетт, придерживаться следующих принципов. Не обвинять ради того, чтобы обвинить, говорить то, что нужно сказать, чтобы это привело к определенному результату, говорить это в такой форме, в такое время и при таких обстоятельствах, чтобы это стало настоящим уроком для подчиненного. Фолетт также подчеркивала, что если сам руководитель допустил ошибку, отдал неверный приказ, то он, несомненно, должен признать свои ошибки и попытаться их исправить. Фолетт считала, что для успешного управления менеджер должен отказаться от формальных взаимодействий с работниками и быть лидером, признанным ими, а не назначенным вышестоящими органами. Первая задача лидера состоит в том, чтобы определить цель организации. При этом лидер должен убедить последователей в том, что цель, к которой они идут, не его личная, а общая. Более того, настоящий лидер должен добиваться того, чтобы сотрудники не только это понимали, но и работали вместе с ним для ее реализации. То есть, внутри группы обязанностью подчиненных является ответственное следование за лидером, предполагающее не простое выполнение его распоряжений, а активное участие во всех процессах принятия решений. Лидер должен предоставить возможность каждому внести созидательный вклад в общее дело. Фолетт писала: «Самый лучший лидер знает, как заставить своих последователей самим почувствовать власть, а не просто осознать исключительно его или ее власть». По мнению Фолетт, лидерству, основанному на силе, нет места в организации. Лидер должен доказывать свое лидерство тем, что он умеет не отдавать команды, не принуждать к их выполнению, а правильно формулировать цели, координировать деятельность организации и быстро реагировать на требования закона ситуации. Кроме того, подчеркивалось, что наибольшего успеха добьется лидер, способный видеть еще несуществующую картину. Итак, в трактовке Фолетт лидер – это человек, который,
обращает внимание не на частности, а на целое, обобщает коллективный опыт, умеет видеть перспективу, может обучить своих последователей, чтобы они также смогли стать лидерами. Фалет считала, что лидерство, как и управление в целом, нужно учить на основе достижения управленческой науки так же, как это происходит при подготовке в других профессиях. В 60-е годы 20 века начинается широкая разработка концепции управления, опирающихся на использование математического аппарата, с помощью которого достигается интеграция математического анализа и субъективных решений менеджеров. Формализация ряда управленческих функций, объединение труда человека и ЭВМ потребовали пересмотра структурных элементов организации, служб учета, маркетинга и тому подобное. Появились новые элементы внутрифирменного планирования, имитационное моделирование решений, методы анализа в условиях неопределенности, математическое обеспечение оценки многоцелевых управленческих решений, то есть количественный подход в науке стал опираться на экономико-математические методы. В современных условиях математические методы используются практически на всех направлениях управленческой науки. Суть подходов количественной школы заключалась в следующем. Решение проблем управления с применением математического аппарата решения задач компьютерной техники и информационных систем. Разработка методов математического моделирования процесса выработки и принятия решений в организации. Создание алгоритмов разработки и выработки оптимальных решений с применением теории статистических решений, теории игр и тому подобное. Разработка количественных, прикладных и абстрактных моделей экономических явлений. Становление школы науки управления связано с развитием математики, статистики, инженерных наук и других смежных с ними областей знаний. В 70-е годы в рамках количественной школы управления появилась идея открытой системы. Организация, как открытая система, имеет тенденцию приспосабливаться к весьма многообразной внешней и внутренней среде. Такая система не является самообеспечивающейся. Она зависит от энергии, информации и материалов, поступающих извне. Она имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде. Таким образом, следуя теории систем, можно предположить, что любая формальная организация должна иметь систему функционализации, то есть различные формы структурного деления, систему результативных и эффективных стимулов, побуждающих людей вносить вклад в групповые действия, систему власти, систему логического принятия решений. Концепции всех предшествующих школ и подходов к управлению так и не привели к выработке универсального метода эффективного управления, который бы в любой ситуации позволял менеджерам принимать эффективные управленческие решения и тем самым существенно повышать эффективность своей работы. В науке управления тогда возник ситуационный подход, как попытка увязать конкретные приемы и концепции более ранних школ с различными ситуациями. Выводы ситуационного подхода состоят в том, что формы, методы, системы и стили управления должны существенно варьировать в зависимости от сложившейся ситуации. То есть центральное место должна занимать ситуация, как конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в данное конкретное время. Другими словами, суть рекомендаций по теории системного подхода состоит в требовании решать текущую, конкретную организационно-управленческую проблему в зависимости от цели организации и сложившихся конкретных условий, в которых эта цель должна быть достигнута. Таким образом, пригодность различных методов управления определяется ситуацией. С точки зрения ситуационного подхода не существует единого способа управления, поэтому менеджер должен уметь правильно интерпретировать сложившуюся ситуацию и определить параметры, наиболее существенно влияющие на ее решение. Термин «обучающаяся организация» широко распространился в Европе и США в 90-е годы прошлого века. Одна из известных концепций обучающейся организации принадлежит американцу Синге. Обучающаяся организация – это не новая модель построения и развития компании, а скорее комбинация передовых управленческих инструментов, сведенных воедино. Концепция Синге базируется на 5 умениях организации. Первое умение – это мастерство совершенствования личности.
Хотя в бизнес приходят энергичные люди, мало кто из них достаточно долго остается на подъеме. Большинство начинают беречь силы и уже к 30-40 годам теряют преданность к делу, чувство личной значимости и воодушевление. Однако лишь немногие компании поощряют своих сотрудников в движении вперед, остальные в результате имеют неиспользованные впустую пропадающие ресурсы. Второе умение – это интеллектуальные модели. Модели как стереотипы в отношении различных управленческих ситуаций также укоренены в нас, как и чисто бытовые. Именно поэтому многие хорошие управленческие идеи так и остаются невоплощенными в жизни. Третье умение – это общее видение. Многие руководители не придают значения тому, что их личное видение развития организации непонятно и неразделяемо всеми сотрудниками. По мнению Синге, благодаря общему видению люди учатся не потому, что им так велели, а потому, что им этого хочется. Четвертое умение – это групповое обучение. Однако в данном случае речь идет не только о тренингах или семинарах, но и о свободном обмене мнениями в группах, диалоге. Синге полагает, что именно диалог между сотрудниками приводит к таким прозрениям, которые могут быть абсолютно недоступны для каждого в отдельности. Пятое умение – это системное мышление. Без этой дисциплины все остальные умения остаются разрозненными приемами, малоизвестными новинками науки управления. При этом жизненно важно, чтобы эти умения развивались не по отдельности, а системно. Обучающаяся организация предполагает, что обучение не просто накопление знаний, а осмысленное развитие умения их использовать. Есть много мнений относительно свойств, которыми должна обладать организация, чтобы считаться обучающейся. Авторы европейской концепции дают 11 характеристик обучающейся организации. Обучающийся подход к выработке стратегии. Стратегии и политика компании рассматриваются как непрерывно протекающие процессы. Бизнес-планы постоянно меняются, совершенствуясь с учетом возникающих факторов. Второй – партисипативная политика управления. Работники организации принимают участие в выработке стратегии и политики компании. Политика организации отражает ценности всего коллектива, а не только ее топ-менеджмента. Третий – информационная открытость. Информация в большей степени используется для понимания происходящего в целях принятия правильных решений, а не как основание для вознаграждения или наказания. Четвертое. Учет и контроль деятельности организации. Система учета, бюджетирования и анализа строится таким образом, чтобы они были полезны в процессе обучения и совершенствования людей. Финансовые системы строятся таким образом, чтобы каждый работник чувствовал ответственность за те ресурсы, которые находятся у него в распоряжении. Пятое. Внутренний обмен услугами. Каждое подразделение и поставляет, и потребляет услуги. Подразделения, отделы, секции имеют реальные возможности для того, чтобы действовать по своему усмотрению. Шестое. Гибкие механизмы вознаграждения. Понятие вознаграждения рассматривается шире, чем оплата труда. Все работники вовлечены в процесс определения оптимальных форм вознаграждения. Главный принцип определения вознаграждения – это вклад работника в общие результаты деятельности организации. Седьмой. Структура, предоставляющая работникам возможности. Подразделения и другие границы элементов организации рассматриваются скорее как временная структура, которую при необходимости можно изменить. Должности и роли в организации распределены таким образом, что создают условия для экспериментов и роста. Организация имеет свод регламентов и процедур, хотя они и не имеют определяющего значения и всегда могут быть изменены после соответствующего обсуждения. Восьмое. Постоянное сканирование окружающей среды. В обязанности каждого работника входит сбор информации для организации о том, что делается за ее пределами. На каждом собрании работников рассматриваются события, происходящие в ее бизнес-окружении. Девятый. Совместные проекты организации и связанных групп. Организация выстраивает партнерские отношения с поставщиками и потребителями услуг. Организация выступает инициатором в осуществлении совместных проектов с потребителями, поставщиками, не опуская возможности совместного обучения. Десятый. Климат
способствующие обучению. Главный принцип работы для каждого работника организации – это всегда стремиться к изучению и совершенствованию того, что делаешь. Каждый работник имеет право на ошибку. Работники располагают временем, чтобы обсуждать и анализировать практику, учиться на собственном опыте. И 11. Постоянное саморазвитие каждого сотрудника. На каждого работника выделяется определенный бюджет для его саморазвития. Он самостоятельно выбирает необходимые для себя темы. В организации поощряется умение брать на себя ответственность. Индивидуальные потребности в обучении каждого работника – это центральное звено планирования его карьеры. Еще одной из современных теорий менеджмента является теория зависимости от ресурсов, в которой подчеркивается важность способности организации к обеспечению необходимыми ресурсами из окружающей среды, если организация хочет выжить. Те подразделения организации, которые будут иметь более легкий и лучший доступ к ключевым внешним ресурсам, будут пользоваться и большей властью и влиянием. Хотя организации хотят сохранить самостоятельность, они все же признают необходимость формирования определенных коалиций или сетей с целью аккумулирования ресурсов и уменьшения затрат при выполнении соглашений. В развитии теории зависимости от ресурсов концепция стратегического управления подчеркивает умение разместить свою организацию в отношении внешнего окружения таким образом, чтобы достичь своей цели и обеспечить выживание. Эта концепция пытается объединить силы окружающей среды, внутреннее построение организации и процессы, которые в ней происходят со стратегией организации. Руководители и члены организации могут по своему усмотрению выбирать стратегию и структуру, которые лучше будут соответствовать требованиям окружения, и повышать производительность труда в организации. Теория популяционной экологии доказывает, что именно окружение отбирает для выживания отдельные виды организации. Опираясь на теорию естественного отбора из биологии, основное внимание в этой теории сосредоточено на определенной популяции организаций, а не на отдельных организациях. Добьется ли успеха конкретная организация, зависит от ее местонахождения в отношении популяции конкурентов и от общего расположения внешних сил, влияющих на эту популяцию. Способность руководителей успешно влиять на свое окружение, по данной теории, относительно невелика. Отличительной чертой современной экономики является развитие сетей взаимоотношений с клиентами. Human Resource системы или менеджмент человеческих ресурсов при этом становятся особо активными и значимыми. Управленческие задачи с учетом подсистемы Human Resource Management выглядят следующим образом. Прежде всего, это формирование социально ориентированных целей, работа с персоналом и клиентами с позиции реализации компромисса. Второй компонент – это идея корпоративной ответственности топ-менеджмента, который должен через Human Resource Management учитывать интересы всех участников бизнес-процесса. Третье – это изменение философии менеджмента, который предполагает использование идей и методов других наук. Четвертое – это отказ от традиционной формальной иерархии, признание вертикального аспекта самоорганизации. Рассмотрение теории менеджмента качества в данной лекции сопряжено с высоким интересом различных организаций, в том числе и медицинских, к проблеме создания систем менеджмента качества внутри организации. Дело в том, что сегодня в центре внимания любой организации находится потребитель. Потребителям необходима продукция или услуга, характеристики которой удовлетворяли бы их потребностям и ожиданиям. Но потребности и ожидания потребителей постоянно изменяются, из-за чего организации постоянно испытывают давление, создаваемое конкурентной средой и техническим прогрессом. Для поддержания постоянной удовлетворенности потребителя организации должны постоянно совершенствовать свою продукцию и свои процессы. Так вот, система менеджмента качества организации сегодня является тем инструментом, который дает уверенность высшему руководству самой организации и ее потребителям, что организация способна поставлять продукцию,
полностью соответствующую требованиям необходимого качества, в необходимом количестве за установленный период времени, затратив на это установленные ресурсы. Система менеджмента качества основана на 8 принципах, представленных на данном слайде. Далее мы с вами подробно пройдемся по содержанию каждого из этих принципов. В соответствии с теорией всеобщего управления качеством, ориентация на потребителя является одним из 8 принципов системы менеджмента качества любой организации. Потребители требуют продукцию с характеристиками, которые удовлетворяют их потребности и ожидания. Эти потребности и ожидания выражаются в спецификации на продукцию, и на них обычно ссылаются как на требования потребителя. Требования потребителя могут быть установлены им в контракте или определены самой организацией. В любом случае, приемлемость продукции в конечном счете устанавливает потребитель. Меняющиеся потребности и ожидания потребителя, а также давление со стороны конкурентов и технический прогресс заставляют организацию постоянно улучшать свою продукцию и процессы. Подход, основанный на системе менеджмента качества, побуждает организации анализировать требования потребителей, определять процессы, которые носят вклад в создание продукции, приемлемой для потребителя, и держать эти процессы под управлением. Система менеджмента качества может создать основу для постоянного улучшения, чтобы повысить вероятность повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Она дает уверенность организации и ее потребителям в том, что организация способна предоставлять продукцию, полностью соответствующую требованиям. Международные стандарты дают такое определение потребителю – это организация или лицо, получающее продукцию, например, клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, бенефициар или покупатель. Продукция трактуется как результат процесса. Потребитель – это получатель продукции, предоставляемой поставщиком. Иначе говоря, потребитель – это физическое или юридическое лицо, использующее продукцию народного потребления, услуги, продукцию или услуги производственного или социального назначения, научно-техническую или другую продукцию для удовлетворения личных нужд или для изготовления другой продукции, оказания других услуг и так далее. Второй принцип – это лидерство руководства, означающее понимание высшим руководством, что система менеджмента качества – это эффективный инструмент его управления. Лидер или руководитель должен демонстрировать приверженность качеству собственным примером. Он должен создавать атмосферу доверия для того, чтобы персонал не боялся ошибиться, предлагая улучшения. И, конечно же, в сфере его компетентности находится распределение ответственности и полномочий, а также обеспечение персонала необходимыми ресурсами для достижения поставленных задач. Третий принцип – это вовлечение персонала. Работники всех уровней составляют основу организации, поэтому их полное вовлечение в решение задач дает возможность организации с выгодой использовать их способности. Для этого должны быть созданы все условия для демократичного стиля управления. Конечно же, исполнители должны привлекаться для разработки регламентов своих процессов работы функций. Именно они могут быть и являются самыми лучшими экспертами в этой работе. Четвертый принцип или процессный подход означает, что желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом. Для этого должно существовать четкое распределение обязанностей и полномочий. Должно быть создано целенаправленное управление, которое подстраивается под потребности следующего процесса или конкретного потребителя. Обязательно для процессного подхода важно существование количественных и качественных критериев результативности управления. Системный подход к менеджменту означает выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы, которые содействуют повышению результативности и эффективности организации при достижении ее целей. Для этого система организации должна быть рассмотрена как совокупность процессов в соответствии с целями по качеству. Должны быть установлены взаимозависимости процессов в системе. И, конечно же, должны быть расставлены приоритеты в связи с необходимостью стратегического планирования и
оперативного управления. Шестой принцип предполагает принятие решений только на основе имеющихся фактов и данных. Причем собираемые факты должны быть достоверными, то есть должны использоваться надежные методы и анализа данных, и получения информации. Взаимовыгодные отношения с поставщиками означают, что организация и ее поставщики взаимозависимы, поэтому отношения взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности. Причем в этих отношениях должны существовать принципы открытости, совместного решения проблем и желательно установления отношений с поставщиками на основе баланса краткосрочных и долгосрочных целей. Принцип постоянного улучшения рассматривается в системе менеджмента качества как ее неизменная цель. При этом происходит формирование культуры качества. У сотрудников организации формируется постоянная потребность в улучшении того, что они делают. Постоянное улучшение предполагает дозированное внедрение инноваций с учетом имеющегося потенциала и ресурсов. И, конечно же, постоянное улучшение предполагает внедрение механизма внутренних аудитов как процедуру улучшения, но противоположной контролю по сути. Таким образом, можно считать, что менеджмент как наука находится в постоянном развитии. Это развитие сопровождается различными тенденциями, связанными с появлением новых концепций, необходимостью их интеграции в общее теоретическое поле, появлением новых средств и методов. Это развитие осуществляется противоречиво. Различные компоненты теории менеджмента развиваются с разной скоростью, что объясняется и различной востребованностью в практике. В силу указанных обстоятельств теории менеджмента всегда будут существовать различные ее ответвления и проблемы как источник их появления.